Привет, я Нина. Я уже месяц работаю моделью в Китае. А это Паша, мой бывший одногруппник. Он махнул рукой на режиссуру, переехал в Китай и решил стать фотографом. А знаешь, почему рыбы сбиваются в косяки? Нет. В толпе проще жить. Если ты в толпе, ты всегда будешь сытый. В толпе проще найти себе партнера. Если ты в толпе, то это защита от хищников. Ну, например, от акулы. Если она нападет, она же не сможет сожрать сразу всех. Только часть. Ты можешь быть в этой части, а можешь не быть. Когда ты в толпе, твоя жизнь зависит от окружающих. А если ты отделяешься от них, то спасение от акулы – это только твоя ответственность. Только ты решаешь, быть сегодня съеденной или нет. Это такая притча, что ли? Ну, вроде того. Притча. Мне 20 лет. Я прилетела сюда по рабочему контракту, чтобы заработать на учебу. Режиссуру, кстати. Мама больше не могла за меня платить. Почему Китай? Сюда берут невысоких моделей и хорошо платят. Но если попадаешь в типаж. Меня встретил Паша. Опа! Паша! Модели? Ну, то есть ты имеешь в виду вешалкой для дизайнерских шмоток? Соседка у меня классная. Да елки-палки, ты ее спугнула. Кого? Тараканью матку. Вера. Не думала, что буду с такой Нина. Девушкой на одной волне. Всем привет. Динг Сианг? Ну, он представился как Джек. Мой агент. Их несколько, но этот самый главный. Они приезжают на съемки и следят за нами. С каждой работы вам идет 50%. Сначала вы гасите свой минус. В этом сезоне важно хорошо показать себя. Лучших возьмут на большой показ. Вопросы есть? Вопросы есть? Нет. Очень хорошо. За работу. Я начала работу. Сегодня бизнес лет. Серьезно. Женщина. Поняла? Поняла. Отличная работа. Завтра в 6 приедет машина. Не поставай, хорошо? В чем прикол? Извини, конечно, но они просили бизнес, а ты весь это улыбалась. Ничего личного, просто я не понимаю. А здесь все непредсказуемо. Да, многие клиенты сами не знают, чего хотят. Извините, у вас нет спирта? Ну. О,
У визажистов нет антисептиков. Ох, как громко они говорят. Тринадцать часов на солнце, восемь на ветру. Мне очень хотелось поскорее отбить долг агентству и начать зарабатывать. Сколько тебе платят за эту работу? 800 юаней в час. А мне 900. Вам за это платят? Ну да. Бедные мои белые обезьянки. Классная стрижка. Да, я знаю, трэш. Ну, это ненадолго, для показа сделали. Она делала все, чтобы оставаться на плаву. У тебя градусник есть? Нет, а что? Да ничего. Хочешь подзаработать? Пойдешь завтра вечером со мной в клуб? Что надо будет делать? Да ничего, просто тусить. В смысле ничего? Ну, в клубы зовут европейцев, это типа престижно, если к ним хоть не местные. Просто надо создавать толпу, танцевать, все такое. Это за это тебе еще и платят. Норм? Норм. А можно я с собой друга позову? Да хоть 10. Ему тоже, кстати, заплатят. А что за друг? Да так. Давно не виделись просто. Он классный. Очень умный, добрый. Добрый. Много платят? На карманные хватит. Но я откладываю. Хочу сразу переехать в Москву. Я в свою дыру больше не ногой. Ненавижу этот город. Я убьюсь. Но перееду. Тебе тоже деньги будут не лишними. Ты ж здесь только из-за этого? Я рассказала ей, что приехала зарабатывать на учебу. Вроде все учли, да, все купили. Угу. Ой, совсем незнакомая страна. Страшно. Очень страшно. Но все будет в порядке. Первые недели плакала в душе каждый день. А сейчас мне хочется выспаться. Что? Ты прополз! Так, у меня в ЕГБ тоже тараканы. Держи. Надо найти тараканью матку. Тогда все остальные тоже разбегутся. Да я ж просила без сахара. Кнопка западает. Нин, подожди. Держи. А ты? Худею. Гоу-идиан,
对了，你书包里，干部。阿妮娜，你这边里，阿吉巴伊斯。 давай. Ты как? Прекрасно, замечательно, отлично. Много знакомых, с которыми успела поработать. Я была как рыба в воде. Наконец-то вышла из минуса. Она позвала меня сюда. Чего ради? Что она пытается доказать? О-о-о. Эй, ау, ау! Нина, Нина, там Вере плохо, там Вере плохо! Вера, Вера! Аккуратно, аккуратно! Господи, какой ужас. Только бы с ней все было в порядке. Да ничего уже не будет в порядке. Что ты такое говоришь? А ты не видишь, до чего доводит ваша идиотская работа? Видишь, что она сама собой сделала, и всем наплевать. Ты посмотри на них. Им всем наплевать! Им всем! Ты ради этого сюда приехал? Я не понимаю, почему ты на меня кричишь? Я и так на взводе! Да это все чертов конвейер! А вы просто вешалки! Пластиковые плечики! Им все равно! Вот мы и повстречались. Матка. Ой, и у тебя плечики пластиковые. Ты свободна. Давай,
Все, стоп! Все переснимаем. Что? Прическа надо короче. Клиент хочет короче. Серьезно? По кремерку иди. Давай быстренько. Быстренько. Да, быстренько. Быстренько я сейчас все переделаю. Вот это вот, вот это вот, вот это вот. Потом одновременно. А потом вы вспомните то, что фон нужно поменять. А потом то, что мне нужно быть мужчиной, чернокожим, да? А потом вы меня выкинете, как ее. Что? Вы знаете, что она умерла сегодня? И всем плевать, да? Незаменимых нет? Незаменимых нет, да? Нина, клиенту понравилось твое безумие. Он хочет видеть тебя на показе. Тебе позвонят. Не расслабляйся. Если бы твоя подружка не умерла, тебе бы никогда так не повезло. Ты же художник! Вера! Прости, что так получилось. Извини. Я Ирена, я новенькая. Нина. А тебе звонит Паша? Алло, Нин, привет. Ты чего обиделся? У меня завтра показ, я не могу сейчас говорить. Потом, пока. Помнишь притчу? Я не рыбка, я акула.